Итоги работы по увеличению количества мест в детсадах сегодня подвели в Краснодарской мэрии. По словам замглавы города Татьяны Синюгиной, выполнить поручение президента удалось благодаря комплексной работе. В первую очередь заработали 5 новых дошкольных учреждений. Они смогут принять с учетом оптимизации более 1500 детей. Около 5500 юных горожан получили места за счет реорганизации пространства в уже имеющихся детсадах. В частности, благодаря установке многоярусных кроватей. За счет капитального ремонта, во время которого под спальни переоборудовали более просторные помещения, учреждения смогли принять более 1000 малышей. Столько же мест позволили получить группы кратковременного пребывания. Внесли свой вклад и частные сады, приняли более 500 детей, а группы семейного воспитания – 136. Даже в этих трудных условиях финансирования сегодняшнего дня мы должны обеспечить продолжение работы по строительству и дошкольных объектов, и школьных объектов. Я прошу из этого для себя сделать все необходимые выводы. Ну и, конечно, вступая в Новый год, все проблемы, которые у нас перед образовательной сферой стоят, и перед социальной сферой, несмотря на выполнение обязательств этого года, они все должны быть на переднем плане. Как ранее подчеркнул Владимир Евланов, после ликвидации очередей в сады перед городом станет новая задача – избавиться от переуплотнения. И сделать это можно будет за счет продолжения строительства новых дошкольных учреждений.